Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды. Быстренько идем в магазин, открываем тут колоду. Так, железноголовый нам выпал. Так, здесь заберем награду. Пройдем быстренько с тобой серию испытаний. Так, подожди-ка. Кстати, мы скоро уже первый круг закончим, я смотрю. Возьмем Усаги, Кожеголового, Макмана, Донни и Крэнга. Такая вот пятерочка у меня будет боевичков. Ну что, Паукус, наверное, ты будешь первым меня получать. Давай, Усаги. Ах, заблокировать не получилось. Ладно, тогда ракеты. Ракеты к бою. Слушай, один выжил каким-то чудом. Я не знаю, как ему повезло-то выжить против ракетного удара Крэнга. Так, ну здесь бы не помешало, наверное, одну массовую атаку запустить, а может быть даже две. Да, одной достаточно. Так, Джастин падает, и Саблезуб тоже падает. Быстренько мы пробежались по этому событию, ребята, по серии испытаний. И двигаемся. Сейчас я еще, знаешь, что сделаю? Я пофармлю, ребята, да, чтобы не забыть. Давай-ка мы перейдем. Блин, тут надо, кстати, вот это вот обменять. Все, что у нас тут накопилось. Так, на Макмана тоже, смотрю, есть. Так, все, больше ни у кого нету. Так, Змея Карай. Ну что, давай продолжать ее, ребят, прокачивать. Значит, нам нужно 10 пленок с катушкой. Точнее, катушки с пленкой. Так, тут получается 2. Упс, подожди, не надо нам. 2, 3. Так, 4, 5, 6. Доска для серфинга нафиг нам нужна. Так, 8. Ну, вы издеваетесь, блин, а? Дайте мне, блин, катушки с пленкой насобирать нормальное количество. Так, вроде бы все, да? Нет, еще одну надо. Все, ребята. Остальное мы уже найдем. Это нам нужно будет 12 автомобильных знаков. Их найдем уже в следующей серии. Пока здесь забираем награды и поднять уровень персонажа. Так, Кожеголову мы прокачали по фулке, да? 100-й уровень он вчера у нас взял. Теперь я хочу, ребят, наверное, прокачивать... продолжить Зека. Будем опытать. Хоть он и слабый, но на 100 уровне хочу глянуть, насколько он будет силен. Так, забираем здесь награды. И теперь переходим в испытания. В испытания борцы с преступностью. И смотрим, ребят. Но все-таки здесь. Вот здесь вот выгоднее всего. Ребят, 7 попыток будет. Роквелл. Так, осколки. Маяк, то есть получается еще 2, да? 3. Угу. То есть специально все делают, да? Чтобы всякая ерунда. Кожеголовый, блин, и ноутбук Дона. Пока вот это вот все барахло нам не выпадет. Вот это вот. Они не будут нам ничего давать здесь. Ладно, хотя бы Роквелла получили 2 штуки. И на этом спасибо. Ну, друзья, а я перехожу к арене. На арене, как ты видишь, Лига Самураев. Поэтому то, что я там поднимался вчера, выпендривался, ровным счетом, ребят, ничего нам не дало. Как? Да ну, скинуть тебя, так тебя, ребята, и скинут. И ничего тебе там не поможет. Хоть ты там до усрачки сиди в этом, в Лиге Мастеров, все равно тебя в Лигу Самураев сбросят. Ну, минимум могут тебя понизить до Лиги Сёгунов. Опять же одна звезда. Все. Так, давай сделаем удар. Что-то слабо как-то. Это чтобы не пользовались хилом. Торнадо. От нашего новоиспеченного платинового бойца. Так, это уходит в инвиз. Блин, опять, наверное, да, я глупость сделал. Хотя, почему глупость? Нормально все, ребят. Так, замедляха сработала. Воу-воу-воу-воу-воу, Ванюша, 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 Ванюша. Блин.
Нам, ребят, нужно валить как можно быстрее их всех, потому что здоровья мало у Хана, по крайней мере. Давай, огненную волну. Есть. Есть, как говорится, контакт. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну, вот мы и вернулись в Сёгуны. 79-я позиция. 15-19. Ну, видимо, 15-20 вряд ли мне, конечно, здесь дадут. Давай без рисков всяких там. Кто-то говорил: эй, мне неинтересно смотреть, как ты сотыми уровнями побеждаешь слабых. А тебе интересно смотреть, как я, извини меня, изо дня в день рву пятую точку, чтобы, блин, попасть в топчик, а? Вот тебе нравится это? Изо дня в день, на протяжении, извини меня, блин, почти 900 серий. Как тебе, слабо? Вот попробуй наиграть столько же. И потом ты будешь, блин, делать выводы какие-то определенные. Так, ну что, 15-20 дают нам. Давай я, наверное, возьму здесь кожеголового. На сотом уровне он смотрится, конечно, ребята, солидно. И причем он занимает первое место. Ты заметил? Он первое место занимает по лидерству. Ну-ка. Тыдыч. Хорош парень. Кто, интересно, сможет его переплюнуть по лидерству? Интересно, обязательно. Надо будет потом смотреть. Ну что, 33-я позиция. 15-20. Возьмем Рафаэля, Донни, Лео, Майки, Сплинтер. Вот такая вот у меня команда будет. Четыре брата, акробата и учитель Сплинтер. Вертушка. Да им крышка, ребят. От одной вертушки Леонардо. Обидно, что не получился фарм у меня. Вот это, конечно, да, ребят. Выдали мне 2 ДНК Рокула и все. А если бы они мне бы дали бы 2 ДНК на Слэша, да так бы каждый день, мы бы Слэша, поверьте мне, прокачали бы даже, возможно, на этой неделе бы тогда. Скорее всего, был бы такой шанс. Но нет. Они нам дают все, что угодно, но только не то, что нужно. Мне нужен, например, да, этот, как его, Слэш. Они дают тебе Пита. Когда мне нужен будет Пит, они будут давать мне Слэша. Вот попомни мои слова. Или Слэша там, или Роквелла. В общем, тот, кто у тебя будет, они обязательно будут скидывать тебе того, кто у тебя уже есть. Это парадокс. Ну что, ребята, Сёгун 2 звезды. Слушай, шикарно, летим. Сёгун 2 звезды уже. Ха, нормалёк. Только вот что-то они меня не балуют кубками. Я вот хочу, например, получить 16-21. А в ответ только 15-19 идет. Ладно. Давай, Крэнгушка. За всех, как говорится, постой. Бравенько. Я думаю, здесь одного луча будет достаточно, да, чтобы они тут все поразлетались. Чёрт твоей бабушки на куличке. Бамс. Ну вот, о чем и разговор был. Конечно же, против Крэнга тут лучше не суваться. 66-е место. Дальше у нас... Да дайте мне 15-21-то, господи, ну что вы зажались-то? Что, типа, я спешу куда-то? Вот, вот, видишь? Можешь же, когда хочешь. Возьму сюда Макмана. Одного. Ну и вот этих вот мелких супостатов. Попробуем сейчас тут их наказать. Так, Торнадо. Блин, Сплинтер и Донателло выжил. Ну ладно, Донни, Сплинтер-то как? Каким чудом тут? Чё? А, ну у нас Рокул 56 уровня, а у него 58. Но все равно, чтобы не нанести урон... Не знаю, это надо быть каким мазилой. 5 откатов, ребята, у меня всего лишь. 5 откатов. Да, далеко мы уйдем, когда начнутся у нас серьезные поединки.
На пяти откатах куда ты денешься-то? Да никуда. Даже толком ничего не сделать. Это два каких-то ничтожных поединка и все. А знаешь почему? Потому что я не смотрю рекламу сейчас. Я не смотрю рекламу, за которую дают там 10 откатов. А зря. Ну что, ребят, 22-й, мне кажется, сейчас мы уже просто залетим в эту, в лигу Сёгунов 3 звезды. Прям с криками «Бонзай!». Так, возьмем. Ну, ладно, пускай будет Зэк. Раз, два, три. И еще надо будет кого-то взять на перестраховку. Пускай это будет у нас Карайка. Зэк и Карайка, у них большая инициатива. Они должны быть, по идее, первыми ходоками у нас. Сейчас проверим. Так, теперь Караечка. Ну, а дальше пойдут наши враги. Тем более, еще и ускорение тут на них повесили. Ты гляди-ка. Упс. Не прокат... Ё-моё. Ну-ка, дрон. Блин, у них, ребята, ускорение стоит. Ага, Мондагека. Кабан, не выпендривайся лучше. Есть. Слушай, ну это было рискованно, на самом деле. Вот такой вот мой необдуманный поступок сейчас мог привести к тому, чтобы у меня кто-нибудь доупал. Вау, мы уже в Сёгунах, ребята, 3 звезды, 100-е место. Ха, слушай, давай тогда попробуем до мастера сегодня рвануть, а? В принципе, нам ничего не мешает это сделать. Усаги, я думаю, здесь справится. Даже с этими кроликами 60 уровня. Просто сделаем свою вертушку обычную, козырную, которую мы всегда делаем и любим делать. И посмотрим. Да как так-то? Как Майки не получил урон? Ну, ё-моё. Тихо ты выпендриваешься еще здесь. На, по шиячину. На. Слушай, 58 уровень. И Усаги наш не смог с ними справиться. То есть он не смог их убить. По крайней мере, всех не смог. Это меня что-то наводит на мысль, что Усаги как-то сдает позиции. Так, ребят, 16-21. Я, наверное, поберегу пока нашего. Слушай, он не жирный ли будет? Вот так вот сделаем. Приберегу нашего супер-шреддера. Тут массовых атак. Очень, ребята, много массовых атак. Ты посмотри, тут Лео. Тут у нас и Рафаэль со своей массовой атакой, да? И Майки тоже с массовой атакой. Чё-то мне как-то... Давай, наверное, я возьму защиту. Вот если бы... Ну-ка. Хорошо. Вот это сейчас было хорошо, ребята. Лишь бы сейчас Шреддер не захилял. Он ведь может. Так, этот Винвиз, как всегда, уходит. А Шреддер, наверное, не успеет, если честно. Конечно, не успеет. Помнишь, тогда вот мне парадокс, ребята, был? Тоже я так вот Майки ушел в Инвиз, а враг взял меня прямо в Инвизе. И причем я стоял не один. У нас там было трое или четверо персонажей. И он, ребята, через теневуху просто пробил. А я не могу такого себе сделать. Я не могу уничтожить противника, если он находится в Инвизе. А враг смог. То есть боту можно делать все что угодно, да? А мне нет. Ладушки, давай поехали дальше. Так, Железноголовый, Змейковюн, Тимати, Донни. И Шреддер. Ну, провокатор, да? А, нет, Тимати у нас провокатор здесь. Вначале дебаф на понижение атаки. Почти на всех, кроме Рокстеди. Плюс возьмем провокацию на Тимати. Хотя из него такой провокатор тоже, блин. Вы уж меня извините, никакой. Бамс. Крис Брэдфорд отдупляется. Сейчас еще двоечку положим. Угу. И добивка ракетами. Вот так вот, ребят, называется, надо играть. Тоже прикольно. Погнали тогда дальше. Слушай, действительно, Лига Мастеров, по-моему, у нас будет сегодня взята. 38-я позиция.
16-21. Я, наверное, вот эту возьму команду. Она попроще здесь, по крайней мере, Микеланджело нету. 61 уровень, 1, 2, 3. А, блин, 62-й. Как быть? Твою дивизию, а? Придется через Шреддер тогда отыгрывать. А какие еще варианты есть? Нет никаких больше вариантов. Поехали. Ага. Так, крысы вперед. Блин, надо этого уложить. Хотя тут уже тоже нормально. Даже если он хильнет, ничего страшного не будет. С двоими мы успеем справиться здесь. Давай-ка сделаем, наверное, массовую атаку. Бросок диалогов. Пробьешь? Эх. Ну, кулачком тогда его. Пумс по башке. Так, запрет на лечение. Пощечина. Вообще заблокировали полностью сплинтера по всем фронтам. И добивка. Все. И смотрим, на какое место мы сейчас приземлимся. Ну, то, что мы перейдем, конечно, в Лигу Мастеров, это полбеды, ребята. Надо там еще как-то укрепиться. А вот насчет укрепиться, наверное, уже не получится. Дай-ка обновить. Может быть, все-таки... Вот. Вот, 16-22 есть. Ну что, друзья, берем Шреддера. Паукуса возьму. Шархана. Раз, два. Ну, само собой, львиная доля урона идет на нашего супер-шреддера. Сейчас посмотрим, сможет ли он вырубить их всех. Почти у него получилось, не считая то, что на слэше не было, конечно, постепенного урона. Но благо у нас паукус, но еще и к тому же Шархан тоже был как подстраховка. Так, место у нас первое. Давай, 16-22, не надо тут мне дурачка врубать. Типа я не видел, да? Типа я не видел и не знаю, что у вас тут было. Вот. Опять же берем с Шреддера. Ать. Ну, блин, тут уже, ребят, 70 уровень. Черт подери, это опасно. Это, ребята, все опасно уже. А фейл может быть. Поэтому придется делать вот так. Я же говорил, придется отыгрывать через наших сильных бойцов. Вот, настал тот самый момент, когда будем отыгрывать. Так, два хламона не получили никакого урона постепенного, даже я имею в виду. Ну вот они и поплатили за это. А то есть получается у меня еще на один поединок, да? На один поединок. Ребят, поздравляю нас с Лигой Мастеров, одна звезда. Это на второй-то день. Ну, это понятно, ребят, на второй день, потому что у меня сейчас... Ночные смены будут именно вот сегодня. Буквально через полчаса мне нужно идти собираться на работу. Поэтому как бы то, что я сейчас поднимусь в Лигу Мастеров, меня потом отсюда скинут. Причем в легкую скинут. Поехали. Так, ну постепенно, кроме Криса Брэдфорда, легла. Но тут, знаешь, тут уже не важно, на кого там легла постепенка. Когда есть Супер Шреддер и Армагон, это тотальное уничтожение просто противника. Слушай, 50-е место все-таки мы возьмем, по ходу дела. Вот, я делаю откат на Шреддера. Раз, два, три, четыре. Все. Все, ребята, это последние бойцы, которых мы сегодня отыграем, и будем закругляться. Так, поехали. Супер Шреддер, как всегда, со своими шипами. Ух, идеально. Ну, сплинтер тут, конечно, немножко выпендривается. Мы его замедлили. Ну, мухой лучше хинуться, потому что если мы будем делать удар, он, скорее всего, завалит. А вот если вот шинигами... Есть.
У Шинигами, кстати, тоже вот Супер Шреддер, да, при ударе массовой атаки у него становится, теряет этот, меткость. А у Шинигами тоже, ребята, она сама себя замедляет. То есть вешает замедление. Ну что, 50-е место будет? Отлично. В принципе, ребята, сегодня неплохо все получилось. Отлично, у нас спицы есть. Чтобы я уже там дотратил, так сказать, ее. Есть, ну, чуть-чуть буквально. Ладно, давай попробуем. Нам нужны вот эти автомобильные номера. Ну, три номера достали, уже хорошо, ребята, все. А на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.